freue mich sehr, Sie und euch hier alle begrüßen zu können. Dieser Kongress versammelt zahlreiche Aktivisten und Aktivistinnen, Künstler aus Russland, Belarus und der Ukraine, die auf vielfältige Weise gegen Formen, Sprachen und Strukturen autoritärer Herrschaft in ihren Ländern und Gesellschaften aufbegehren. Собственно, в том-то и проблема, что мы не слышим о движении протестном, потому что как движение его не существует. Если бы, и думаю, это общее не только касается Украины, но также и России, и Белоруссии, ну и, наверное, не только их. То есть скорее мы можем вести разговор об отдельных очагах протеста. Самые успешные и адекватные протесты – это те, которые ангажируют средства искусства и знания, но при этом активны не только в галерейном пространстве, да, в университетских там стенах, но также и в медийном пространстве, в публичном, на социальной агоре, на улице в том числе. Нужно двигаться от культуры протеста, которая очень часто паразитирует на том, что отрицает. Культуре, политической культуре, которая открывает новое пространство, да, которая говорит о невозможном, о том, что сейчас кажется утопическим. Лет я пишу картину, только один день в году. Праздник День белорусской независимости 25 марта. Я уже приучил людей, что они очень ко мне с улыбкой относятся. Все начинают расспрашивать, интересоваться. Может быть, пока ее, эту картину не выставят в музее, но я все время говорю, что художник есть лакмусовая бумажка общества. И когда я буду дописывать картину, она станет светлая, и наш отдел культуры, государственный орган, который занимается культурой, скажет мне: давай мы выставим это в музее, сделаем дискуссию и признаем, а еще лучше купим в государственный музей твою картину. Только тогда я с полным правом вам в Германии, в другой стране скажу, что наша страна стала демократичная и европейская, культурная. Для музея, для будущего. А какие нам тут вовремя музей? Нам скоро надо музей на том свете. Когда-нибудь будет. Хай Господь даст. Что ты будет стала там? Заснула или что? Заснула. Мне кажется, вот сама реакция на эти выставки очень такая интенсивная реакция, да, желание его закрыть, как бы запретить, как-то от этого избавиться, это уже само по себе свидетельствует о том, что люди воспринимают это высказывание очень всерьез, очень как бы близко в сердце. То есть, когда мы приходим в галерею, очень часто работает такое вот отношение, что это всего лишь искусство. То есть это такая какая-то зона, где можно все что угодно, но это всего лишь искусство. Когда ты выходишь за рамки этого, это воспринимается намного более интенсивно. И это уже само по себе, то есть эта реакция очень эффективная, свидетельствует о том, что действительно есть какой-то потенциал какого-то влияния. То есть люди ощущают это влияние на себе, и они его боятся. Здравствуйте, всем привет. Спасибо большое фонду Бёрре за приглашение. Здесь очень интересно. Меня зовут Гуля Султанова, и я являюсь организатором
правозащитного ЛГБТ-кинофестиваля «Мугол», который существует с 2009 года. Сейчас в России просто существует угроза того, что любые высказывания о ЛГБТ могут быть вытеснены как раз вот из этого открытого публичного поля. Именно благодаря всем вот этим вот репрессивным законам и о пропаганде, и об оскорблении чувств верующих и другим. Ну и, собственно говоря, независимость и вообще возможность продолжения дальнейшей работы, все поставлено под большой вопрос. Но самый главный вывод, который мы сделали, это необходимость продолжения сопротивления, потому что только таким образом мы сможем или остановить эту репрессивную машину, или хотя бы сделать ее ход не таким быстрым. Я модератор хотела буквально еще добавить пару предложений, чтобы, может быть, более расширить контекст, о котором говорит Воля, что действительно в России сейчас очевидна тенденция возвращения к традиционализму. И это идет как на уровне государственной политики, потому что наши топ-политики, Медведев и Путин, они постоянно говорят о демографическом кризисе и о том, что нужно преодолевать его возвращением к традиционным семейным ценностям. У нас произошла, что называется, вот эта сексуальная революция, но она не проговорена, не вербализируется. Да? В учебниках, это учебники рекомендованы для студентов первого-второго курса, там можно прочитать такой пример, значит, с йогуртом. То есть, когда девушка, она как бы похожа на закрытый йогурт. То есть, если открыть, то этот йогурт, его больше никто не захочет съесть. То есть, это я вам цитирую учебник 2010 года. Продаються герої, вписуючись у формати, займаючи ніші. Продаються революціонери, якщо знайдуть, кому придатися. Продаються навіть психи. Більше того, психи продаються швидше за інших. Продаються брати, які обіцяли відстрілюватися за барикадами. І продаються вороги, котрі погрожували помститись і не пробачити. Продається парламент зі своїми тушками і бізнес зі своїми відкатами. Добрий день всім. Guten Tag. Да, я художник, займаюся графічними репортажами на соціальні теми. Я рисувала на всіх багатотисячних московських мітингах, начиная с конца 2011-го и весь 2012 год. И мне это было очень интересно, потому что на митингах был представлен вот весь срез российского общества. А совершенно никак хотят представить, что только офисные работники и некий средний класс. Меня очень интересовали женщины-активистки. Они были очень-очень разные. Начиная вот от таких коммунисток, которые одновременно верят и в Ленина, и в Бога. И для них это все прекрасно сочетается. И очень много на митингах мы видим людей, которые самые разные идеологии и противники друг друга. Например, мы видим, что идет колонна, радужная колонна в поддержку Pussy Riot. И практически отойти два шага идет колонна националистов, которые кричат «Pussy Riot на помойку» и прочие лозунги подобные. В России существует достаточно, ну скажем, длительная традиция организованной оппозиционной деятельности, как в официальных органах власти, да, Государственная Дума и другие, так и особенно после 2004-2005 года, ну, условно говоря, уличная или внепарламентская оппозиция. Этим организациям за все эти годы ни разу не удалось собрать больше, ну, это вопрос спорный, но, скажем, нескольких тысяч человек. То, что мы видели за последние полтора года, это возникновение массовой культуры протеста. Это воспринимается как нечто совсем иное. Да? Это не политическая оппозиция, это иной тип действия. Ну, самый главный, конечно, проект, который со мной связан, это демонстрации первомайские. Такие акции, они сами по себе довольно абсурдистские, и откровенного протеста в них нет. Да? Но их делают протестными отношение власти к ним,
попытки их как-то запретить, ограничить, да, как-то выстроить вдоль нашего шествия цепочку из ОМОНовцев в касках. Это все политизирует, конечно, и политизирует то, что изначально, ну, как бы не было таким откровенным политическим местом. Искусство — это же язык, по сути, да, это форма для коммуникации. Когда-то оно использовалось для там распространения религиозных всяких штук, да, сейчас это не актуально, но, на мой взгляд, сейчас актуально развитие, ну, как бы, что называется, гражданское общество, да, какой-то сетевых структур и таких антитоталитарных. Все такое вот. И для этого необходимо пользоваться языком современного искусства, мне кажется, так. Мне кажется, что все формы важны. Например, в монстрации очень важно, что люди приходят и начинают друг с другом общаться. И, возможно, через эти монстрации у них как-то развиваются их политические взгляды. А у меня вопрос, действительно, это действительно вот правильная тактика? В данный момент, как так действовать, а не слишком провоцируя. Потому что, ну, если не провоцируя, действительно, это никого сильно не мешает. Мне ситуация видится так, что тот порядок, который существует, он рушится сейчас на наших глазах. И он находится просто в агонии в какой-то. И это не стена, с которой нужно бороться, а это как бы, ну, не знаю, в чьей пословице, китайская, по-моему, «дождись, когда твой враг проплывет мимо тебя по реке». То, что Pussy Riot выступили так, ну, в той форме, в которой они выступили, это все замечательно, но если сделать оценку тем последствиям, которые произошли в стране в последние полтора года, то нужно понимать, что власть воспользовалась именно этим провокативным действием в своих интересах и в результате выиграла власть. Как раз вчера вот было сказано, что чтобы, ну, дерево выросло, нужны корни. Вот, мне кажется, что мы находимся на той стадии, когда у нас проблема вот с этим уровнем. То есть не хватает как бы подпитки низовой, и поэтому я была так рада, что на этой конференции так много говорили про микротактики сопротивления и про микроизменения там буквально, там, не знаю, в своем дворе или там в... не знаю, у себя на работе, потому что мне кажется, что вот эти вещи — это и есть то, что создает корни, которые нужны, чтобы, ну, какой-то более... ну, чтобы вырос не кустик чахлый, не маленький кустарник, а, ну, действительно, там, лес. Також вчить, що рано чи пізно всі стають мудаками. Деякі попускаються, але потім стають мудаками по новій. Можна, звісно, називати їх при цьому оригіналами чи диваками, але мудак він і є мудак, як його не перейменовуй. Мудаками стають бюджетники, яких виганяють на мітинги. І мудаками стають журналісти, які співпрацюють із владою. Мудаками стають старі письменники і молоді політики. І навіть не знаю, чи можна вважати це для суспільства насправді серйозною втратою.